Кстати, про семью все время хотел спросить. Во многих статьях, очерках упоминается, что вы очень рано потеряли отца. 5-6 лет, да? 6 лет вам было. Вам было 6, Алексею 5. То есть вам было 7. Нет, мне было 6, Алексею 5. А, понятно. Ну да, вот 5-6 лет было. А что случилось? Это, если можно, расскажите, почему так произошло? Честно говоря, вот мама мне только недавно рассказала, что произошло в деталях. Так. Потому что никогда... Я так знал, что произошло. Он учился в институте. В каком? Подрабатывал. Вот это тоже надо уточнить. А, понятно. Так. Вот, а подрабатывал сварщиком на стройке. Ну, знаете, там дома строили, там хрущевки там в то время строили. И случилась такая мистическая вещь, как мне мама рассказывала. Вот тот случай, когда человека, видимо, убрали. Потому что вот бывает, знаете, вот прям вот совпало все. И был какой-то субботник на стройке, ничего не строилось. Кран только что-то поднимал, там, знаете, блок такой, с двумя крючками, блок обычный. Поднимал куда-то там на 8-й этаж, вот, и двигался. То есть он поднял его, и движение было. А отец поднимался из подвала, лестницы такие, знаете, на улицу, то есть, когда поднимаешься. И вот он поднимается, и в это время отламывается кусок плиты от этого крана. То есть в движении кран, отец поднимается, летит этот кусок, и в точке в какой-то он падает прямо на голову. То есть такая вот ситуация. Почему вы с братом никогда не рассказывали про это? Это не какая-то тяжелая тема семейная? Ну и тяжелая, конечно. И не спрашивал никто особо. Что именно произошло, никто не спрашивал. Потому что я видел фотографию семейную, и папа ваш, ну, таким богемно выглядел, такая борода у него, рубашка. Я думал, что он из шоу-бизнеса. Рок-стар такой. Ну да, на самом деле очень артистично. Да, да, я часто слышал, что он такой очень фотогеничный был. Красивый мужчина был. Ну, вы с братом, в общем, вам грех жаловаться на гены. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.